14-летняя Алена Канышева заявила об уходе из одиночного катания. Юная фигуристка сменила вид спорта из-за полученной травмы. В 2018 году девушка травмировала ногу. Это не позволяло ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Воспитанница Тутберидзе намерена теперь опробовать свои силы в танцах на льду. В своем обращении к поклонникам Алена призналась, что с Этери научилась выполнять четверной тулуп, один из самых сложных элементов в женском фигурном катании. «Хочу поблагодарить команду Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп, это было моей мечтой. Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду», — заявила Алена. В сезоне 201-1819 Канышева, выступая под руководством Светланы Пановой, завоевала бронзу в финале юниорского гран-при. В прошлом году она присоединилась в группе Тутберидзе и уже в мае исполнила на тренировке четверной тулуп. Ученицей Тутберидзе также является олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова. Она в конце прошлого года объявила о решении досрочно завершить выступление в текущем сезоне и не претендовать на попадание в состав сборной России на чемпионат Европы и мировое первенство. Этери является одной из самых известных и успешных тренеров в фигурном катании. Недавно ее воспитанницы заняли весь пьедестал почета на первенстве Старого Света, который проходил в австрийском Граце. Тренер нежно поздравила с днем рождения свою 17-летнюю дочь Диану. Девушка также профессионально занимается танцами на льду. Евгений Плющенко раскритиковал поведение Этери. Он поставил под сомнение тренерские качества Тутберидзе.